Испокон веков матери являются хранительницами семейного очага и самым дорогим человеком в мире. Сегодня в Якутске чествовали многодетных детей. Матерей с поздравительной речью выступили председатель правительства Евгений Чайкин и министр по семейной и молодежной политике Афанасий Владимиров. Напомним, в республике принят комплекс мер, направленных на поддержку материнства и детства, сохранение и укрепление семьи. В этот праздничный день почетный знак высшей благодарности матери получили матери-героини, ветеран Великой Отечественной войны Ульяна Барабанова из Амги, Людмила Платонова из Чурапчинского Улуса и Зоя Харлампьева из Вилюйска. Также почетными знаками имени Софьи Сидоровой удостоились Евдокия Евсикова и Галина Васильева. Софья Сидорова – это очень значимая фигура в политическом бомбонде нашей республики с момента принятия автономии нашей Якутии. И, конечно же, это была та женщина, которая на своих плечах вынесла все тяготы военного времени, все тяготы строительства новой страны. И увековечение памяти этой женщины в виде знака, нагрудного знака, как продолжение традиции, как продолжение активности общественной женщин, конечно, имеет огромное значение. Я благодарна судьбе, что сегодня удостоилась такой высокой награды. Спасибо.